принципе, их не ждать. Они бы нас догнали. Такая скользкая, да? Немного. Нет. Ничего не говори. Да я так же ехал. Да они полетели. Блядь, туда вообще не обидно. Мы все время проезжали, этот поворот классный.
бревнами. Там хуеть завалы, да? Ну, это была петля, потом завалило, непонятно было, как заехать. Сейчас видишь, я даже не понял, Макс повернул и все. Да. Алик, это им нельзя было. Ну, панхобби же, говорю. Андрей, ты что ли? Да я только не понял. Нет, я вышел. А, это ж мы купали у него, у Лёшки, мотоцикл. Да? Да. Он тут где-то живет. Который кипит? Я забыл. Да. И постели. Да, можно. Привет. Нам нужна покрышка. Нам нужен твой мотоцикл. И латка может есть специально. Для, ну, поехал, если что, колесо может дать. Все. Да, проверил? Конечно. Можно ехать? Конечно.
Бля. Огромная гематура. Сцепление сразу натяни. Зря, видишь, потом кидаешь. Я умею! Сцепление сразу натяни. Сцепление натяни. Натяни сцепление. Ставь тоже руль. Понял? Двух заглох, и то я не включил первую. Ногу на подножку. Уже ШКТМ купил, Хонду продал, опять что-то не так. Я видел, они заснял.
видел, да. Я видел, он хорош. Тебя. Так это психологическую травму нужно прорабатывать. А. Мы как сейчас психотерапевт.
зря большое.